Так, ну вот улицу Павлика Морозова уже почти все сделали. Вот, и я так, проходя мимо по Киевской, подумал, что тут, наверное, уже за Киевскую взялись. Вот, начали делать. Но тут немножко другое. Тут просто трубы прокладывают под этим самым, под землей. Вот, и, соответственно, тут участок разобрали. Вот, и копают дальше. Вот. Эти трубы вытащили, старые, что ли, новые уложили. Вот. То есть это не ремонт улицы Павлика Морозова, а просто улицы Киевской. Просто прокладка труб. Вот. Ну ладно. Вот тут тоже накопали до самого дома. Яму тут выкопали и туда выкопали. Ну и с этой стороны тоже заснял. А там я в предыдущем ролике проходил через мостик, там, не через мостик, тоже заснял немножко. Ну вот так вот, такой незначительный фрагмент из жизни Балтийского района. Ну, мало кому интересен.